Сегодня мы будем готовить слоеные конвертики с курицей и с картофельным пюре. Для этого нам понадобится куриная грудка, пюре, лук и слоеное тесто. Так, для начала нам надо мясо грудки отделить от костей и нарезать тонкими маленькими кусочками. Да. Давай так. Мы сюда отправим. Уже положим на трубку.
Ты виноград не попробовал? А я вчера попробовала. Да. Много виноградин. Сколько их тут? Давай сосчитаем. 4, 5, 6, 8, 6, 4, 5. Нет, посчитаем. 1, 2, 4, 3, 5. 3, 4, 5. 5. Сколько виноград мука? 3, 4, 5, 6. 5. 5. Давай сосчитаем. Как я беру? Беру так. У нас уже запахли конфетки. Вкусно. Ну, чувствуешь? Сейчас будем ждать, когда у нас те конфетки приготовятся, да? Потом эти положим. И зимой муки. Вам нужны зимой муки. Посмотрите, мама, сюда нету.